Утро у жителей сочинского поселка началось с зарядки. Забег «Краснополянская верста» с участием школьников и взрослых здесь проводился второй год подряд. Маршрут длиной почти в километр преодолевали не ради наград. Да мы же друзья, вы что? Дружба важнее этих кубков, медалей, побед. Пока одни бежали, другие дегустировали яства на сельскохозяйственной ярмарке. Соленья, сладости и другие угощения. А на выставке осенних букетов каждый мог проголосовать за понравившуюся композицию. Выбор оказался не из легких. Впрочем, у краснополянцев свои предпочтения. Да я вообще-то сама занимаюсь огородом, садом, и мне нравятся вот такие цветочки. Как бы вот. У меня тоже есть огород. Ну, как бы наши местные обычные цветочки красивые. Порадовал праздник выставкой боевого оружия, а с ней и показательными выступлениями спецназа. А под занавес – творческий вечер, стихи и песни Владимира Высоцкого. Программа «Я, конечно, вернусь» от заслуженного артиста России Александра Цуркана. Это не значит, что мы будем там ахать, охать, что вот Высоцкий умер, и вот он умер, и он умер, и умер, и вот он… Нет, просто вот что он оставил? Оставил он то, на чем, собственно, все и стоит Россия. Это любовь к родине, это самоотверженность, это готовность к совершению подвига. Своим, пусть и небольшим подвигом в спорте, кулинарии или рукоделии на выходных смог похвастать практически каждый житель Красной Поляны. Я хочу поздравить, конечно, всех жителей Краснополянского округа с этим замечательным днем. Мы традиционно уже на протяжении 5 лет проводим это мероприятие, потому всем им удачи, прекрасного настроения в этот день. Весело и с размахом проводив лето, жители Красной Поляны занялись будничными хлопотами. Впереди зима, горнолыжный сезон, и он должен быть не менее успешным, чем минувшее лето. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.